На библейский портал экзегет поступил вопрос, как соотносить гордость и человеческое достоинство. Для этого требуется рассудительность, потому что гордость ⁇ это грех, один из самых страшных, из которого рождаются все прочие грехи. А достоинство человека связано с тем, что мы созданы Богом, и Господь в нас вложил очень много хорошего. Мы созданы по образу и по подобию Божьему. И э, отсеивать греховное от подлинно хорошего, э, для этого требуется мудрость. Для этого требуется жизненный опыт. Э, у святых отцов есть такие интересные мысли. Э, помни, что все хорошее от Бога, а все плохое – это от это от э, дьявола, ну, в том числе от твоей поврежденной природы. Если мы будем э, постоянно видеть э, в жизни своего Бога как э, главного источника, главную причину хорошего в нас, вот это и будет человеческое достоинство. То есть ты, мы хороши тем, что э, Бог э, привнес в нашу жизнь. Ну, например, можно ли гордиться своими детьми? Ну и да, и нет. То есть гордость, если ты говоришь, что это я их воспитал, это, конечно, большая ошибка, это безумие. А если ты скажешь, что этих детей Бог мне воспитал, он был главным воспитателем, я ему только помогал, я ему не мешал детей воспитывать. Я его постоянно об этом просил, молился, да? Как говорил святитель Николай Сербский, нужно не детям про Бога рассказывать, да, а Богу про детей больше. Вот в этом главный закон воспитания. То есть Бога призывай в помощь, верь, что Бог твой главный помощник и главный воспитатель детей. Вот. Но э, вообще-то смирение, смирение, это вот второе качество смирения, которое м, говорит, ну, если точнее, гордость это приписывать себе добрые э, плоды то смирение заключается в предположенном состоянии, когда ты Бога видишь источником всякого блага и всякого добра в твоей жизни. И вот э, в таком направлении надо двигаться. А гордость, она разрушает человеческую жизнь. Ты как индюк, так сказать, надуваешь щеки, ты что-то там хвалишься, не понимая, что если Бог отступит, все рухнет, и вся твоя жизнь покается под откос. И э, в достоинстве, достоинство человека в его такой внутренней красоте, в его благородстве, э, в том, что он может промолчать, в том, что он может э, молча, молча делать добрые дела, да? как поэт сказал, да? не верь тому, кто говорит красиво, в его словах всегда игра. Поверь тому, кто молчаливо, творит красивые дела. То есть наша проповедь должна больше быть от наших дел. И учитель не тот, кто учит, кто читает лекции или проповеди говорит, а тот, у кого хочется учиться. Вот это очень важное правило. То есть мы должны жить так, чтобы от нас хотелось кому-то научиться. И на каждого человека смотрят десятки, если не сотни глаз. И эти глаза... Они считывают с нашего поведения, с нашей жизни информацию. Вот как книга, которую мы читаем, она же в себе информацию несет. И наша жизнь, она тоже очень информативна. Только есть информация со знаком плюс, а есть со знаком минус. И достоинство настоящее, когда ты проповедуешь своими добрыми делами. То есть на тебя смотрят и говорят, о! Вот эти люди, ходящие в храмы, это люди христиане, и живут они какой-то необычной жизнью. И нам хочется на них быть похожим. И в нашем русском языке есть такое слово ⁇ инок ⁇ То есть человек, живущий инаково, инаковой жизнью. И вообще-то не только монахи должны быть инаковой жизнью. И каждый христианин, он должен отрываться от этой земной сферы. И возлетать духом да, в сферу духовной, как Тючев писал э, в своем стихотворении. Есть целый мир в душе твоей, э, сок, э, таинственных волшебных дум, вот этих вот внутренних, внутренних э, переживаний. Да, Умели жить в душе твоей, есть целый мир в душе твоей. И вот если мы будем этим миром внутренним жить, тогда и э, достоинство наше будет тоже подлинное, в котором раскроется задумка и красота Божьего, Божьего участия в нашей жизни. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.